Всем привет, с вами Лего Стайл. Сегодня обзор на микселей третьей серии. Лично для меня долгожданных, дорогие друзья. Я очень рад, то, что миксели все-таки наконец-таки выступили в продажу. Я купил болотного, эльжидоидного, как я называю, и каменного. Ну, давай сначала начнем с каменного, или я не знаю, как его еще называть. Вот такой вот у него пакетик. 6+, 4, 1, 5, 2, 3. Артикул от миксели. Такая тут теперь оформление. Такая серая. Третья серия, и это у нас Хуги. Вот, Хуги. Здесь нарисован Макс Миксель. Все миксели вот здесь нарисованы. А здесь только из этой штучки, скажем так. Также была, естественно, инструкция. Ну, инструкция была, как обычно. Здесь, естественно, подпись Cartoon Network. 41523. Артикул. Хуги. Вот здесь написано полноценно. Lego.com. Собираем мы Хуги, Хуги, Хуги. Тут есть что-то интересное? Да, есть. Кстати, первую серию я не всю собрал. Мне не хватает вот этого и вот этого. Вторую всю собрал. А третью только начал собирать. У меня еще этого нету. Кстати, это очень классно. Я куплю следующего. Если будет, то вот этот. Если его не будет, то вот этого чувака. Вот здесь новая Win штука. В общем, покупала мне их мама. И я очень удивился, то, что она купила мне двоих микселев с двоими микселями. Это с этими черными чуваками. В общем, вот он сам, Хуги. Вот такой вот Хуги классный. Реально. И его Никсель. Вот, Никсель. Такой вот Никсель. Давай сначала поговорим о Никселе. Никсель уже отличался от... отличался. От прежнего. Вот прежний, а вот этот. То есть у них немного отличаются ноги развернутости. Здесь вот так, который мне меньше нравится. А здесь у этого вот так вот. То есть они отличаются. Вот такой вот Никсель был у этого. Вот так вот и вот так вот. Миксель этот и вправду бесподобный. Такой весь прям подвижный, классный. Советую купить, 249 рублей стоит. Вот так вот может ходить он на маленьких своих ножках. Здесь у него такие зазубренькие. Такие вот глазки. Здесь тоже какая-то штука, похожая на стекло. Вот. Вот здесь такие когти серые. Прям вообще классно. Но бывает иногда отваливаются. Очень суперский такой миксель, который может делать вот так. Ша. Или он может вот так поклоняться. Такой, То есть очень много чего можно придумать с этими подвижными существами. Правда, не все из них супер подвижны, как этот. Но многие. Вот. Очень классный. Вот серьезно. Я всегда ему придаю вот такую позу примерно. Вот такую. Вот так вот у меня стоит. Вот такой вот чувак. Не знаю, это какой-то скалистый местности он, или какой-то земляной, хотя земляной уже был. Вообще непонятно, из какой он штуки, ну, скажем так. Вот, давайте уже переходить к болотному монстру. Ну, а вторая вот эта вот штука, она уже, по-моему, покрасивее оформлена, такого зеленого цвета. Здесь, естественно, Cartoon Network. Потому что Лего заплатила кучу денег Cartoon Network, чтобы выпустить ихних персонажей. Опять же, третья серия. Лего Миксельс. 6+, 4, 1, 5, 1, 9. Вот. Макс Миксель, все миксели. И эти три основных. Вот у меня Глёрт есть. Или Глёрт, не знаю. Вот такая... собака, скажем так, или волк даже. Вот он, вот так вот он мультяшный, вот такой вот Глёрт. Я его как-то привык называть уже Глёрт. Вот и к инструкциям. Глёрт, lego.com.
собираем, и все то же самое, что в той инструкции, так что это не важно. Прежде чем подробно рассказать о этой волка-собаке такой, я покажу Микселя. Миксель такой, Никселя. То есть Никсели это такие злые, черненькие такие, а Миксели это основные наборы. Для тех, кто не знает, Никсели сами нападают на Микселев, а Миксели вообще дружелюбные. Короче, посмотрите мультик. В общем, вот он, Никсель. Такой уже был у нас, то есть типа лисенка такого. Естественно, вот эта прикольная печать. Вот. Воодушевляет это черное тело. Черное тело. Опа, печать. И офигенный Никсель. Да что ж такое, путаюсь постоянно. Такой Никсель уже был, в принципе. Состоит он из 1, 2, 3, 4, 5. Из 8 деталей. Да. Ну давайте перейдем уже к собаке самой. Больше люблю, когда у нее приоткрытый рот. Ну да, сначала поговорим о носике. Носик у нее классно выполнен, я считаю. Здесь такие зеленые штуки, здесь черные, ну, довольно прикольно. Также очень хорошо выполнена голова, вот это вот все. Вот эти вот штуки от машинок. Без этого она похожа на какого-то мутанта. Вообще не знаю. Вот. Ну, смахивает немного. А почему я сказал волк? А вот из-за этих ушей, как у волка. Вот. Вот из-за этих черненьких. Значит, открывается рот до сюда и закрывается. Я больше люблю как-то вот так. Здесь, значит, уникальные детальки. Ну, не только для этого набора. Еще был один набор сейчас. У этого. Вот здесь. Вот эти, как сопли. Так у этого, как слюни, я так думаю. Или какие-то стрелялки, пистолеты, я не знаю. Мое воображение. Также здесь, как у... Из второй серии такой собачки. Тоже. Так вот. Земляной, да. Был тоже такие... Ноги, да. Также вот этот плющевой хвост. Типа плюща, очень классно. Может его так положить. Может вот так сделать. Очень классный этот ядовитый. У меня... Он как-то одинаковый. У того он очень пластичный. А этот особо пластичностью не отличается. В общем, классный. Ну вот вы подумали, что уже все, но нет. Один к вам вопрос, дорогие друзья. Короче, кстати, вот так вот и вот так вот. И вот так вот. Короче, у меня к вам, даже вот так вот. У меня к вам вопрос, дорогие телезрители. Какие телезрители, блин, ютубозрители? Дорогой, у меня к вам, короче, у меня к вам, дорогие подписчики, вопрос. Продолжает ли мне эту рубрику обзор игр? Потому что это как-то довольно убого я делал. Но появилась одна очень интересная игра, которую обозреть вам очень мне хочется. Также хочу показать, чему я научился в Geometry Dash. Типа Impossible Game. Я уже научился в нее играть. Играю до сих пор, ребят. Очень такая сложная, но я потом вам покажу. Также хочу заснять ролик про акулу такой, очень классный. Посоветуйте мне, продолжать эту рубрику или нет. А на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на лайв-канал, подписывайтесь на мой основной Lego Style. Ставьте мне лайки. Еще, да, меня спрашивали подписчики, а почему ты завершаешь Lego Style, если у тебя Lego, да, канал называется? Ну, просто не могу пока что поменять. Поменяю, наверное, через месяцок, когда пойму. Но что-то не меняется у меня. Ну, ладно. В общем, на этом... Что это такое было, а? Где было нормально смонтировать? Ну, ладно. В общем, вот так-то.
На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на лайв-канал и на этот. И пока! До скорых встреч, подписчики! До завтра!